проблема, у нас разболелся зуб. Меня зовут Елена Деланян, я мама 6-летнего Сережи. Вот. Он у меня очень плохо переносит больницы, люди в белых халатах, поэтому было очень волнительно, как он отнесется к стоматологу. Вот. Сначала, конечно, с трудом мы зашли в кабинет, вот, но так как был пятый зубик, который пришлось лечить, то есть нужно, чтобы ребенок был спокоен. Поэтому мне посоветовали сделать операцию под наркозом. Вот, для этого мы прошли кардиограмму, сдали анализы, познакомились с анестезиологом, все предупредили, дали все рекомендации. Вот, и операция прошла замечательно, сделали снимочек, пролечили все, что нужно было пролечить. Причем я получила здорового ребенка, достаточно спокойного, из наркоза он вышел хорошо. Вот, то есть никаких проблем не было, я очень довольна. Спасибо большое клинике.